Да и Google заговорил по-русски. Название населенных пунктов в Крыму вернули на карту. Украинские власти все никак не могут свыкнуться с мыслью о потере полуострова и повелели называть поселки и города по-своему. Так, например, Красноперекопск получил название Яна Капа, а Кировское на Украине стали называть Ислям Тереком. И Google почему-то на картах разместил новые варианты, хотя Крым – это все-таки часть России. Власти полуострова упрекнули американскую компанию в топографическом кретинизме и потакании русофобии. Отмечу, что на Украине в мае вступил в силу закон, который запрещает использование советской символики, в том числе и в географических названиях.